Ребята, всем привет, с вами Ксюша и... Привет. Если вы видите это видео, то это не значит, что вы набрали под прошлым видосом 10 тысяч лайков, потому что я обещала вторую часть сделать, только когда вы наберете 10 тысяч лайков, но вы этого не сделали пока что, но я решила вас порадовать и выложить все-таки эту часть, хотя вы не выполнили то, что я просила, но ничего, я на вас не обижаюсь, надеюсь, вы в будущем это сделаете, я, короче, на вас рассчитываю, окей, договорились с вами. И сегодня, как мы могли догадаться по названию ролика, у нас распаковка с Шейн, я снимаю не одна, вы уже увидели, да, что с моей сестрой Ариной. Привет. А, она уже здоровалась. Не знаю, почему это так спонтанно получилось, просто я к ней приехала. А, ну это из-за того, что я там половину вещей ей заказала к университету, просто Аришка... Почему я об этом не знала? Арина учится очно, я учусь заочно, поэтому мне не надо ходить в университет, Арине надо. И поэтому я решила, почему бы не порадовать свою сестру, правильно? Да. Хочу заранее сказать, что я скоро буду делать распаковку с AliExpress, поэтому подписывайтесь на мой канал обязательно, ставьте колокольчики, ставьте лайки. Я реально вам буду очень благодарна, если вы все это сделаете, потому что вы помогаете мне развиваться, помогаете развиваться нам, нашей большой семье, нашему каналу. Я каждое видео показываю вам комментарии, которые меня очень сильно вдохновляют. Ребят, спасибо, что вы пишете подобное, особенно тем... Я тоже считаю, мне кажется, что это мне пишет. Хочу спасибо огромное выразить тем, кто именно в первые часы проявляет активность, вот из-за того, что колокольчик, видимо, ставит, потому что это помогает моему видосу выбиться в топ и расти, то есть меня видят новые подписчики. Да, там многие пишут мне по уведомлению, по зову сердца. Ну да, и вообще, ребят, блин, я вас очень сильно люблю, спасибо, короче, вам огромное, вообще всем. Давайте мы не будем затягивать, сейчас я принесу посылку сюда, я еще не открывала. Просто огромная. Она очень огромная и плотная. И очень тяжелая. Я не помню, насколько там вышло, но если вы не знаете, как получить скидку на Шейн, вы не понимаете, почему у меня вещи стоят намного дешевле. Не намного, короче, где-то на 25% дешевле, чем у них вот стоимость. Я просто применяю купоны. Как это делается? Когда вы оплачиваете заказ, нажмите мои купоны перед оплатой и выберите купон. Что я пользуюсь кэшбэк-сервисом Letyshops. Ну, это я реально не реклама вот в этом видео, просто скажу, что мне это очень сильно помогает. Давай, приступаем! Да, точно. Первая вещичка. Открывай, Иришка. Вот такая вот беленькая. Это что, майка? На осень самое то. Как раз уже 12 градусов просто, 1 сентября. Белая кофта. Типичная белая Ксюшина кофта, которых уже у нее очень много. Но она очень качественная. В смысле, она очень качественная. И она мягкая, как будто из Бершки. Я не говорю, что Бершки суперкачественные вещи, хотя я люблю Бершку. Сотрудничай со мной, пожалуйста. Покажи качество, пожалуйста, поближе, Алин. Блин, ну она прикольная. То есть да? Она в рубчик, вы понимаете? Она как будто из хлопка. Это из чего она сделана? Она дорогая? Нет, если не ошибаюсь, она недорогая. Рублей 350. Ну прям приятная к телу. Катон 25, полиэстер 70%. Блин, ну я очень советую к заказу на самом деле, потому что это вот как базовая кофта, в отличие из прошлой части я показывала вот именно вот такие они блестящие, немножко топы были, а этот матовый из-за того, что типа в рубчик. И очень мягкий. Блин. Надеюсь, он не так мято будет смотреться на теле, как сейчас, да, растянется. Я думаю, не скатается он хорошего качества. Не, ну может скатается, но не скоро. Блин, офигенный топ. Реально, ребята, вот это вот советую прям заказать. Это офигенно, это я Ксюше показала, нашла. И она потом тоже, что ли, вроде нашла? Это я первая нашла. Ну, я потом тоже тебе скинула это. Это Аришки. Да, блин, обожаю этот цвет. Сиреневый. Блин, посмотрите, как круто. Она прям милашка. А теперь обратно в Пинтерест. Хорошо, мой повелитель. Посмотрите, это вышивка. То есть это не наклейки вот эти ужасные. Да, это не наклейки. Ну, это, ясное дело, машинка все сплела. А то есть это не ручная работа. Вот этой кофты белой. А я все напишу. А, ну ладно. Если что, мелким шрифтом, где цена продукта, то есть вот тут красненьким, будет написано, какой у меня размер. Какой я размер заказала. Ну, это М-ка. Очень крутая, мне прям нравится. Не знаю, куда скатается, но они дешевые, наверное. Блин, я в шоке, на самом деле, что она реально такая классная. Хотя в отзывах она не прям вау. Да. А в жизни она смотрится офигенно. И прям очень красиво и мило. Я ее себе забираю. Ладно, ладно. Меня борет то, что я хочу осенние цвета, какие-нибудь коричневые. А эту фиолетовую, ну, блин. Лавандовую, да. Очень красивая, да, очень, ребята, крутая. Вообще. Сплетена. Круто. Но она такая немножко укороченная. Пуговицы, конечно, как будто у бабушки своровали. Но это хорошо, когда вот эта кофта укорочена, потому что когда она длинная, не очень хорошо смотрится. Ну, ну да, именно всего. Вот такого материала, он такой тоненький достаточно. Советую к заказу, пока мне все капец как сильно, ну, радует. Мне вот такое качество вообще не нравится. А мне нравится, я люблю. Мне прямо, я вот ненавижу. А в них кожа дышит. Топик у нас дальше. Вообще не дышит. Фиолетовый хороший. Не дышит кожа, прям, ой, кошмар какой. Мне нравится. Ну, выглядит прикольно, но не качество. Нет, нормальное качество. Ну, как будто... Арин, посмотри на цену, а потом на топик. Вообще, цена-качество вау. Ну, вот, да. Ну, в магазинах, в масс-маркетах тоже продаются вот такие, такое качество. Мне вообще не нравится. В Бершке в основном. Да-да-да. Из Радивариуса, как у меня будет, не знаю. Не, ну, не прям фу, но...
не вау. Я не советую. Я советую. Я сейчас померяю и покажу вам. Вообще круто смотрится. Я думаю, не знаю, по чё надеть. Даже под вот эту вот кофту, которую мы только что сердечками распаковали. Ну нет, к ней лучше белая штука. Ну да, согласна. Тем более это два разных оттенка. Это то, про что я говорила. Что это такое? Это коричневый. Вау, блин, вот красивый. Она очень мягкая. Это я себе заказала. Ладно, хочешь я... Ну, будем делиться. Да нет, я не люблю с таким горлом, но на тебе мне нравится. Блин, вау, какая красивая. Она очень мягкая. Вот как та белая кофта в рубчик, она точно такая же. Да, вот она тоже очень мягкая и наверняка недорогая. Какая красивая вообще по чему-нибудь. Вот она прям очень классная. К ногтям моим. Офигенная кофта, я считаю. Кофта очень классная, на тебе вообще по одному будет смотреть. Я обожаю такие горла, у меня огромное количество подобных топиков, вот именно с таким горлом. Типа и есть и короткие, и длинные, и так далее, и все крутые, все с шейна тоже. Маечка, мне прям идет коричневый. Тебе тоже. Просто вот все топики я не считаю нужным покупать в масс-маркетах из-за того, что на шейн реально намного дешевле можно заказать. Точно такого же качества, даже лучше иногда. Кстати, посылка мне пришла за 7 дней, представляете, я ее заказываю с деком, и для того, чтобы она быстрее пришла, лучше брать самовывоз приходит очень быстро. Я живу в Москве, если что. Вау! О, это тоже тебе. Это очень красиво. Возможно, немножко по-летнему? Вау, нет, он не по-летнему. Хотя... Нет. Смотрите, какая классная кофта. Блин, она очень классная. Я знала, что тебе понравится. Конечно. Я уже не очень люблю такой узор, но здесь мне он нравится. Я раньше очень любила полоску, знаете, такую... Сейчас я ее ненавижу, просто ненавижу. Меня вымораживает, но иногда я точно так же говорю вау, как и этой кофте. Качество не прям плотное как-то. Да, ну тут видно, что она мятая, но можно ее погладить спокойно и выглядит будет. Но она не прям вообще такая, как... Она тоже укороченная, но это хорошо. Ну, не прям укороченная, но нормальная. Ну, не прям вот такая вот маленькая, тонкая-тонкая такая, не нормальная, в принципе. Ну вот. Ну да, нормально. Ну, нормальный, обычный этот... Какого? Материал. Нет. Вязка. Нет. Обычный... Ну, что это? Кардиган. Пуговички тоже такие белые, обычные. Не вылезает никаких ниток, и все хорошо шито. Пахнет, не знаю, как будто я у бабушки. Да. Колечки. Аришки прям... заказала. А, я не люблю такое. Ну, они прям прикольные. Но это, наверное, лучше будет потом показать. Ну, ладно. Ну да, вблизи покажем, но сейчас мы сами посмотрим, интересно. Не знаю, мне показались они прикольными. Типа, я не везде такие видела. Как тут много колец. Нет, они классные, они очень классные. Мне понравились черные камушки. Они очень классные. Хотя камни я, правда, ненавижу. Не знаю, почему. Хотя на других круто смотрится, но не на мне. И мне кажется, такие черные кольца, ориник на тебя вообще подходят. А размер? Универсальный. На другой пальчик. Ладно. Дай, у тебя жирные пальцы. Ладно, нет. Ну, вот это мне... Ну, хотя бы... Нет, очень классно сейчас. Блин, прикольно. Кольца обалденные. Посмотрите, пожалуйста, как их много и какие невероятные дизайны. Блин, я вроде там универсальный размер, и нельзя было его выбрать, поэтому не знаю даже, что сказать. Ну, на безымянный вообще хорошо. Какой у нас размер? 15-й? Вроде 16.5. Вот мои пальцы. Вот. Классные кольца вообще, да? Да, очень все красивые. Мне обычно не нравятся кольца, которые ты заказываешь. Тут мне прям понравилось. Или мне вот иногда кольца прям там парочку нравится, я заказываю из-за этих парочку. Тут мне прям все зашли. Mm-hmm. Даже с камнями. Мне тоже да, камнями, даже, но... даже вот такой вот узор, как будто какой-то из племени. Да. Но все равно мне нравится. Очень классно, да. Вообще кольца очень крутые. Не знаю, наверное, из-за того, что я такие нигде не видела, из-за того, что они нигде не зафорсились, мне они так понравились. Дальше у нас идет. Ой, это кофта, да. Тебе тоже понравится должно. Да. Да. Ой, ну что-то тоненькая достаточно. Нет, она такая же, но не такая мягкая. Хотя, вот именно вот здесь она плотная почему-то спереди. А, вот почему. Из-за того, что тут вышивка. Ой, воняет, конечно. Он прям от нее вообще капец. Какими-то свечками из... Наверное. Да, да. Ой, ну такая. Ну милая. Ну прикольная. Ну милая. Мне нравится вообще. Тебе под ногти тоже подходит. Да, кстати, вот это реально осенняя типичная кофточка. Мне прям очень нравится. Тебе прям в универ носить самое то, мне кажется. Универ самое то. Мне бы еще джинсы выбрать. Вообще ничего не могу найти. Я заказала джинсы с Алиэкспресс. Скоро придут. Так что следите за моим каналом. Ну, нормальная. Мне не жарко, не холодно. Ткань приятная, но у меня руки как будто в масле теперь. Нет. Да? Вот я тоже чувствую, как будто ее воском намазали. Да, я обычно, в принципе, я не брезгливый человек. И реально, если такое случится, я могу вещь надеть прям сразу, не стирая. Но тут прям вообще постирать 100% надо. Брошюрки. Что-то белое. Это юбка.
Это я себе. Она шортами должна быть. Да, это юбка, это шорты юбка. Ну, она прям плотная, прям вот очень хорошая. Даже, ну, не просвечивает. Во-первых, это шорт, наверное, а во-вторых, она прям плотная. И если погладить ее, вот такая, наверное, юбка, скорее всего, не помнется. Или помнется чуть-чуть. И такая юбка 100% продается в Бершке в 3 раза дороже. Да, это даже хуже качество. Но она прям такое гладенькое. Хорошая юбка, скажи. Да, но она прям приятная. Ее прям хочется гладить. Да, и просто у меня реально никогда не было белых юбок. Я очень хочу давно заказать, честно говоря. Блин, правда, очень давно хотела эту юбку. Возможно, она уже не актуальна, но правда, очень мне хотелось. Мне эта душа требовала. Дальше. Еще одна юбка, которая мне капец как это сильно понравилась. Очень, наверное, красивая. Которая вообще капец мне как сильно понравилась. Мне так нравится этот цвет зеленый. Вау. Смотрите, какая офигенная юбка. Она, конечно, не такого хорошего качества, как та белая. Она прям вообще не такого хорошего качества, но она плотная тоже. Да, плотненькая. Не, ну в принципе нормально, прям вообще. Ну, плотная, да. И если ее погладить, то тоже не будет мяться. Ну, будет только чуть-чуть. Тут тоже застежечки. У нас тоже вот из бабушкиного чулана. Ну, вот Шейна намного есть хуже качество юбки, так что вот это по сравнению с этим. Я выбирала не 8 из 10. А мне кажется, ну да, 8 из 10. Но я выбирала не самую дешевую, не самую дорогую, но потому что хотелось себе прям хорошую. Потому что ты их носишь редко уже. Свои эти юбки просто они там висят по 10 штук. Ну, зеленый цвет этот просто меня покорил. А такое плотное. Я советую их заказу, честно говоря. А что у нас такое? Колготки? Ну, наверное. Белые колготки. Всех с 1 сентября. Что, правда? Да, не открывай, белые колготки просто. А, ну ладно. Просто обычные белые колготки. Я потрогаю качество. Ну, вообще, такие белые колготки продаются... Где? Да, и за 500 рублей вообще. Они дороже намного продаются, а чем... А сколько? На Шейн. 300? Я не помню, но я очень советую вам там заказывать... Ой, какие мягкие, какие мягкие. Ну, такие все колготки, на самом деле. Не знаю, вообще-то есть колючие. Такие неприятные. Ну, не колючие, неприятные, а эти прям мягкие, мягкие, мягкие. Как будто вообще такие... Поэтому я советую заказывать носки, колготки, все такое в отношении, потому что она там дешевая. Вау, это красиво. Это Еве, да. Она очень хотела. Блин, он что-то меньше, чем я думала, хотя да, ненормальный. Да, он не уместит Еве на волосы вообще, это 100%. Да, он, знаете, будет собирать вот эти вот две прядки вот так вот и да. ходите. Ну, он, наверное, для этого и создан. А, нет, стоп. А его даже не видно будет, если вот так я сказала. В смысле, дай покажу. Какой он прям тяжелый, открывается. Плотный, ну, плотный хорошо. Ну, это хорошо, но... Держи. Дай пробую сделать. Туда, ё. А, ты? Ну ладно. Говорю, держи. Что-то не то я сделала. Ну, сзади видно за ту бабочку. Что-то. Да, ты не то сделала. Что-то не то. Я, короче, вам тут покажу. Просто мы тут покажем. Кольца. Кольца еще? Да, тоже милые вроде бы. Вау, очень милые. Какие небольшие. Да, и большие. Это, наверное, будут слишком большие, а те слишком наверное, маленькие. Наверное, да. Они тоже оверсайз? Блин, а вдруг это мужские? Нет, бабочка. Хотя бабочка тоже. Да дай ты, господи, на. Вау! Очень красивый, нет, размер такой же, нет? Да, такой же размер. Нет, вот этого огромное, нет, мне кажется, она огромная. Посмотрите, какое сама просто огромное. Ой, нет, это прям вау! Как круто. Вау, какое кольцо красивое, глянь. Вау, да, реально. Блин, этот набор мне еще намного больше понравился, чем тот. И кольца все разного размера. Блин, тут все такие красивые. И их можно носить, наверное, все пальцы. С феей, с феей. Вау, какое оно красивое. Где же я такие кольца нашла? Да, потому что я смотрела кольца на Шейне, там все типа такие, ну, видела, которые все заказывают? Да. Все? Блин, какие классные. И вот это с лунами. Это с лунами, это нечто. Блин, да тут все очень красивые, кроме... Мне вот это не очень нравится. Да, мне тоже. И с, ну, косточками, просто я везде видела. Но а я нигде не видела. Ну да, да, он такой, ну, все равно это не очень. Но мне все равно нравится. А все остальные вообще топ. Ну, мне вообще все равно все нравится. Это точно заказывать. Это заказывать 100%. О, это то, что я просила Ксюшу заказать. Да, потому что она сказала, поставишь на аватарку, потому что она на Pinterest везде, просмотров больше будет. Надеюсь, реально больше будет просмотров. Очень мягкое, да, качество. Да, миленькое. Похоже на качество этих колготок. Да, но не так прям, ну, блин, она прям такая милая. И такие вроде переливающиеся в уходящие, в рыжий цвет блестки, прям вообще симпатичные. Ну, такое все видели, везде видели. Прям качество, ну да. Хорошее качество, как в Бершке. Прям вообще. А в Бершке, блин. Как будто классное качество. Я имею в виду то, что в Бершке намного дороже. А. Я не знаю, увидите или нет, но они прям переливаются оранжевым да цветом. Видно, 100%. Видно, да? Офигенная кофта. Сзади вот такая штучка. Блин, я вот ее точно забираю. Вообще, это напоминает какое-то детство. Вот в детстве. Да, такие... я не знаю, почему мне тоже. В детстве делали такие кофты с такими же надписями, потому что надпись... Из-за того, что блески, наверное, цветные какие-то. Ну да. Переливом. Ну, типа все набросано, накидано. Ну, мне нравится. Милая. Да, классная. Хотя ее уже везде зафорсили, но все равно классная. Да, ну я обычно ношу вот такие белые без узоров, черные без узоров, но вот это уж можно пару раз надеть. Хони.
Юбка тоже. Я тоже хотела себе красную юбку очень давно. В итоге у Ксюши больше тут всего вещей. Я сгадала все, Ари. В смысле? Нет, у меня только две юбки. Да? И косточка. И колготки. И колготки. Вот это мне тоже очень нравится. Самом деле юбка. Да? Да, она прям красивая. Она вот качество как зеленая. Да, точно-точно. Она тоже симпатичная. Она 100% будет просвечивать и плотная достаточно, и тяжелая. Да. Но она тоже очень крутая. Вообще очень классные юбки. Потому что я заказала на осень такие осенние цвета, поэтому мне тоже, мне все нравится. Аринины колешки. Ну все, ребят, спасибо огромное, что посмотрели это видео до конца. Если вам нравится подобный форматик, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, ребята, подпишитесь, не то последнее время, знаете, хочется, ну, хочется миллиончик набрать. А губа закаточную машинку. Хотя бы. Я вас очень всех сильно люблю, правда. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте класс, ставьте нравится. И я буду вам очень благодарна. Аришка тоже будет благодарна. Подписывайтесь, кстати, на Аришку. А, спасибо. Очень приятно. Если хотите, чтобы я с Аришкой побольше записывала, тоже лайк ставьте и пишите в комментарии. Аришка тупо, Аришка супер, вообще классная девчонка. Короче, я уже вас задолбала, наверное. Я уже навязываюсь лайком своим, нравится. Все, всем пока. Всем пока. Пока. Целую. И специально для тех, кто подписался на мой инстаграм, я выложу в истории, и потом закреплю вот в этом вот актуальном те вещи, которые не попали в видео, которые я забыла распаковать. Короче, например, в этом видео я забыла распаковать просто охрененную кофту, так что заходите, подписывайтесь, ребят, там очень много еще фоточек интересных. Короче, очень сильно люблю истории, тоже каждый день выкладываю.